Сегодня жизнь миллионов французов оказалась почти полностью парализованной. Папа, я 3 минуты звоню, а ты не готов. Вчера были важные клиенты, пришлось идти с ними в ресторан. Другие отцы балуют дочерей, мой шлюп. Мари, прекрати. Переводим производство к болгарам и точка. В аэропорт завтра надо ехать до 10 часов, потом перекроют дороги. С кем встречаюсь? У вашей дочери свадьба. О, забыл совершенно. Говорю же, можешь не переживать. А? Нет, не могу. 12 лет я отдавала вам все, кроме своей задницы. Плохое будет дело. Черт! С полным баком, иначе сделка отменяется. Это электромобиль, месье. Спасибо, что подождали. Пардон. Вам куда? В деревушку неподалеку от Экса. По дороге. Как раз еду туда. Смотрите, какой у меня сад. Я сказочного принца жду. Когда я его увижу, сразу узнаю. Но я же не сказочный принц. Негодяй, лжец и трус. Я испугался потерять тебя. Черт возьми! Все это время я жил как последняя сволочь. Иногда нужно много времени, чтобы понять простые вещи.